Да, это вот как раз тот самый богатырский стиль, в котором вот, собственно, родился вот этот вот альбом. Почему-то вот нам показалось, что именно так раньше играли. На самом деле наши ученики, вот кто бывал на каких-нибудь наших занятиях, хотя бы они, я думаю, поймут прелести этого стиля. Раскроем небольшой такой секрет, можно сказать. Что на самом деле рука в этом стиле игры работает абсолютно примитивно. То есть она просто наносит равномерные удары по язычку. Вся игра происходит за счет артикуляции внутренней, за счет дыхания, то есть ритмические линии строятся не за счет руки, а за счет дыхания, горла, языка и так далее. Вот, и такой очень энергетический стиль. Тоже все. Да, это уже композиция из нашего второго альбома. Мы их на самом деле давно не играли, так что с удовольствием. Очень давно не играли.